Сюда иди! Сюда! Быстро сюда! Всем привет! Хочу вам рассказать о самом большом вейп-конкурсе, в котором будет целых 25 призовых мест. А среди призов 6 годовых запасов жидкости от таких брендов, как Angry Vape, Omega, AK-47, Mana и Vape Tiger. Это более 250 флаконов и аж 9 литров жижи. 7 билетов на вейп-шоу, которое пройдет 22 и 23 апреля в Сокольниках. 11 устройств от компании iJoy и Smoke. И главный приз – игровая консоль Nintendo Switch. Условия участия очень простые. Тебе нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, в комментариях написать ссылку на свой профиль ВКонтакте, а также вступить в нашу группу ВКонтакте и сделать репост на свою страницу закрепленной записи из нашей группы ВКонтакте. Все ссылки мы оставим в описании к этому ролику. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Привет, давай. Пожалуйста. А сколько вам лет? Мне 16. Не, сильно взрослый, вот для него уже. Не, ну 14 еще нормально. Так, короче, мы собрались на концерт Quest Pistols. Нет, нет. Подожди. Который уже называется Огонь. У нас уже Котов там заждался где-то. О, снимай, видеоблогеры, у всех одинаковый влог. Да, давай, давай. У тебя, у Лёши, у меня, и у Котова. Ладно, сразу же. Да ладно, снимай. Вот видите, как надо истреблять конкурентов. Поэтому у меня и 1,5 миллиона, поэтому я батя в этой хате, который пизды получил и сел на жопу. Что? Все, да, мы берем запион. Ты небко снимаешь? А ты как снимаешь? Ты вообще... Смотрите, кто тут у нас. Вор в законе. Слышь, ты дура ебаная. На, дура ебаная. На, дура ебаная, сам пей. Боится пить, потому что сегодня 1 апреля, мы его обычно спаиваем мочой, и поэтому он стремается все пробовать уже. Ой, фу, блядь. Что фукаешь? Ты что фукаешь? Финляндия фукаешь. Ты, блин, Сэм пил, слышишь? С какой-то деревни фукает он. Олег, кушай с деревни. А Сэм это что? Самогон? Самогон, мастика. Ты тоже его пил. Сколько тебе лет? Попробуй вспомнить. По-моему, ты слишком взрослая уже. Уже? Ну да, судя по тому, что, наверное, по каким-то 15-летним, то да, слишком взрослая. Не видишь, уже легче. Класс, какие линзы. Я тоже так думаю. Ты же сказал, что не будешь доебываться. Правда, я не доебываюсь. Я просто немножко пьян. Ладно. Можно? Иди сюда. Ну что ты такое хорошее? Я тебя обнимаю, дарю тебе тепло свое. Я знаю, что ты в нем не нуждаешься, но просто мне так приятно. Ты уверен в этом? Что мне приятно? Ты там бычки от меня не подошел? Не, конечно, нет, ты что, не, я не такой. А, это нет, вон, там нет, есть нет, товарищ, который айфоны пиздит, нет, так что будь осторожна. Тебя уже пиздил? Нет. Еще нет? Сейчас мы вот заходим, уже бухло нельзя с собой проносить, поэтому мы его решили вот допить. И нужно сейчас кого-то найти, кто нам поможет допить. Просто левого прохожего сейчас найдем подходящего человека. Блин, это очень прикольно, кстати. А ну, сейчас. Мы должны уже идти. Мы должны... Сейчас. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Не против, что я снимаю? Нет, вообще. А вы пьете водку? Конечно. Да? А как вас зовут? Лучше вы мне знаете, тебе такое сложное. Хорошо, хорошо. Ну, я готов. Не надо, нет. Пожалуйста, ну скажи, пожалуйста. Я думаю, вы не очень готовы. Прошу, нет. Пожалуйста, скажите. Даже я не была к этому готова, когда... Ну, скажите имя, пожалуйста. Ладно. В комментариях напишут. Так вы пьете с нами водку? Давайте пить водку. Нам нужно, да, просто допить, и мы со спокойной душой зайдем на концерт. А мы тоже зайдем. Мы на просто евреи, вот, мы вот экономим деньги. Чтобы не думали, что мы туда написали, потому что мы можем. Я вот пью. Да, я знаю, что мы тоже можем. Ну ладно, давай. Да, лучше она у нас по-экстремальному. Крючечка. А как тебя зовут? Андрей. Ой, бля. А что за влог? Какая разница, ты же не говоришь, как тебя зовут. Не, ну мне интересно посмотреть на себя потом. Ну ему тоже интересно, как тебя зовут. Ты потом, тебе потом скажут, если тебе передадут. Меня зовут Ваня. Котов. Ну, короче, Ивангай. Ауе, блядь. Слышь, ты дура, А, нас там все ждут. Так вот, я тебе пытаюсь это 10 минут сказать. Давайте сфоткаемся. Давай я поснимаю вас, ну прикинь. Ой, такие красивые кадры. Ты водку пьешь?
И нормально, да. Вот этим вы отвечаете. А это типа крутые местные фотки? Говорит, перед своим родичем не буду пить. Громче говори, не слышно. Ну давайте по очереди. Давай. Алена, успокойся. Ой, дядь, вот кто? Это очень круто. Котов. Это звезда. Что ты доебалась? А ты кто? Я Артур Котов. Блядь. О, да. И вот так все знают. Все. Боже, красиво. Ой, какая любовка. Ебать, еще надо. Да тихо, ну что вы, Артур, фильтруй. По-моему, мы уже не идем на концерт. Что ты снимаешь? Я тебя снимаю. Напала куча людей на Андрея, но это по понятным и непонятным причинам. Привет. Привет. Андрей, да. Ну как? Я Иван Гай. Данчик, попробуй. Хай-хай. Андрей, ну так некрасиво. Ну, блять, я не снимаю. Как? Да. Как? Я пришел на концерты группы Огонь. Сука, кто пришел, блядь, я охуел. Просто смотрите. Кирилл Павлович. Кирилл Павлович, сам Кирюша Аккуратный Павлович. Кирилл Солошенко, еби его мать. Ну не его, ну просто такое выражение. Это от айфона, который ты снимал? Ах, сейчас знаете, что произойдет? Сейчас произойдет мини-знакомство с человеком, который пиздит школьников. А не произойдет, смотрите, он убегает. Привет. Гроза дерух. Да, гроза дерух. Класс, так люблю такое. Типа весело, прикольно, интересно. Баллончик между яиц. Какие баллончики? Смотрите, здесь у нас депозит 200 клиентов человек. Так а вы знаете, кто мы вообще такие? Или давайте каждый пост выздоравливать и на этом порешаем. Да, весь клуб в нашем распоряжении. Или вот у нас есть братанчик, который айфоны пиздит. Знаете, что самое интересное? То, что в клубах обычно, знаете, проверяют шмотки, там нет ли у тебя пистолета, колющих, режущих предметов, там баллончиков, всяких шокеров. Поэтому я, ну, как бы я всегда с собой ношу баллончик. Я не знаю почему, ну, как бы, ну, просто, типа, он просто там валяется у меня в кармане. И тут говорят, что будут проверять, я его запихну себе в трусы между яиц. А ты просто в бар зашел, а на концерт в другом месте? Я понимаю, но все равно я говорю, что я запихнул его между яиц, и если он пшикнет, я просто... После этого Аля Куш точно уже не забеременеет от меня. И никакая другая школьница тоже. Кирилл Павлович, так мы подбухнем? Ну да, только, наверное, в другом заведении. Тут, видишь, это как-то, типа, атмосфера не та. Так, я думаю, нам это не помешает. Не, ну сейчас что-то пойму. Или ты хочешь прямо сейчас? Тогда, давайте сейчас скажу, сейчас я все сделаю. А ну-ка. Ты уже, походу, подбухнул слегка. Да. А можно, пожалуйста, два самых крепких коктейля? Самых крепких. Ну, шоты, да. Два шота самых крепких. Шоты или как-то? Шоты. Шоты. Я вообще не представляю, как бы я смог увидеть Кирюшу, где бы мог встретить, а тут такая возможность. Кирюша! Ну что мы будем делать? Не знаю, Андрей, он сказал. Я уже накатил джина, если честно. Чувак, который пиздит школьников. Я заказал там еды. Я трахаю школьниц, а он пиздит школьников. В смысле? А, так ты... Я ничего не ел сегодня. Ты знаешь, что такое мопс, да? Ну да. Даст мне пизды? Вряд ли. Это подстава, мне кажется. Чувак, он же такой трухлявенький, типа, куда? Кому? Он ударит, руку себе сломает просто. Он 20 лет отсидел, я думаю, он же там не просто сидел. Они же там на зоне, типа, понял, эти заточки, короче, там всякие эти. Он типа пару раз, короче, под ребро, а потом будет тебя пиздить. Ну, он да, отбежит, да. Подождет, пока ты начнешь истекать кровью. Смотрите, как это, семяизвержение. Надо брать, короче... Семяизвержение в наших шотах. Я же думал, испортить впечатление. Ну ладно. Как перформанс тут происходит? Нет, все нормально, все нормально. А давай на брудершафт. А как ты это представляешь себе? Блять. Было неплохо, да. Такое ощущение, что это бензин, керосин и краска. Все вместе смешано. Ну, нормально. Ну что, идемте теперь. А сколько там градусов было? Да, аж слезки пошли. Да, ограничиться достаточно. Короче, подошел вот человек ко мне с Сарафирос и говорит, хочу максимально быть серьезным в этот момент и показывает мне вот... А что это такое? Студенческий. А
посвящение водия. Смотрите. Мартыненко Андрей Владимирович. А ты Владимирович, кстати? Виталиевич. Ну почти, ну, почти. М-А-В. Да. Капец просто. Вообще не мог ожидать. Че ты влоги не снимаешь? А че ты влоги не снимаешь? Тайм сложилось как. Так ты можешь просто подписываться, как Андрей Мартыненко, и уже будет там часть моей аудитории. Ну, типа, а мне недавно, типа, тип с Питера лайкнул фотку, и там было написано, типа, Андрей Мартыненко, но я смотрю, вот, вообще, типа, Андрей Мартыненко лайкнул фотку, я думаю, типа... Так ты Андрей? Ну, нихуя себе, да. Андрей Мартыненко, должен. Ну, оно, как бы, знаешь, типа, с одной стороны, типа, и хорошо, а с другой стороны, и плохо, что вдруг, типа, знаешь, типа, ну, доебутся кто-то из Гарто, а ты Андрей Мартыненко. Ну, приятно было. Взаимно. Я помню, охота уже есть. А я хорошо, круто, отлично. Очень класс. Вот, будет очень много здесь людей с нами всеми, которых, возможно, не сильно люблю. Ну, то такое, пришел сюда ради концерта, а не ради каких-то конфликтов, ради какого-то хайпа, разводить ссоры, скандалы и все такое. Ну, мне это, типа, как бы не зачем мне и так хватает всяких конфликтов с ребятами, которые много говна на меня льют. Вот, кстати, машина похожа очень на машину Бумчика, я не знаю, это она или нет. Такая же тачка. Сейчас. Сюда иди! Сюда, быстро сюда, тут супермодели, смотрите. А ну, стоять! Косовская и нашего многоуважаемого... Тогда ты меня обнимешь? Не. Конечно, конечно. Иди сюда, иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Ой, ты что, обняла лучше, чем трансуха. Ой, да ты что? Да. Ты пропиаришь меня? Не-не-не. Ну тогда... Только за секс. С девушками. А, уже... Ладно, я побежал, все счастливо, я вас люблю. Давай, 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 давай. Может, свою девушку можно поставить, а мне кажется. Может, чуть-чуть. Я знаю, ты любишь, что все остановится. Все, 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 хватит, хватит, хватит. Да, привет, давайте, давайте, да, я можно, можно. Лена! Плохо после. Счастливо. Идемте, что мы. А, уже пора идти? Пойдем. Люблю такие фонарики. Дима! А где котяра? Пойдем, братанчик. Понял, у нас как будто мы разделились на какие-то эти, блин, как они? Лен. Племя? Ну пускай будет племя. У меня комар и котяра. Комар хорошо сосет кровь, а котяра пиздит айфоны неплохо. Кровь, говорю. Блин, все хорошо. Ну так а что? Я это фырежу, Лен. Ненавижу тебя, вот честно, порой так ненавижу. Порой так ненавижу, но поэтому и люблю. Да? Отъебись. Блин, у нас такого еще не было, вот мы такого еще не снимали. Какого такого?